Меня зовут Антон Сомин, я научный сотрудник и преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики и Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета. Я лингвист, точнее даже сказать социолингвист, то есть область моих интересов – это взаимоотношения языка и общества. Но если говорить про более конкретные проекты, то в первую очередь я занимаюсь языковой ситуацией в Беларуси. В Беларуси, как известно, два государственных языка – русский и белорусский. И некоторые люди используют один в быту, некоторые люди используют другой. И вот я изучаю, как эти языки сосуществуют, что друг про друга и про эти языки думают люди, как это выражается, как это влияет на судьбу языков и судьбу людей и так далее. Кроме того, я занимаюсь некоторыми аспектами русского языка, в частности, речевым этикетом. Я изучаю историю развития разных этикетных формул. Например, вот недавно я открыл, что конструкция «потрудитесь» с инфинитивом, там типа «потрудитесь выйти вон», «потрудитесь отвечать побыстрее», что-нибудь такое, которое сейчас в основном используется как такая вот, ну, по сути, грубая конструкция, еще 100 лет назад, наоборот, была очень вежливой конструкцией. И вот дальше за 100, ну, 150 лет она из вежливой конструкции превратилась в конструкцию хамскую. Или вот недавно я исследовал историю слова «господа», и оказалось, что «дамы и господа», вопреки распространенному мнению, что вот до революции так все друг к другу обращались, а после революции пришли товарищи, это заблуждение. «Дамы и господа» появились только, по сути, в 90-е годы 20 века, а раньше такого не было. Было просто «господа», в том числе к смешанной аудитории. Ну вот какие-то такие вещи я делаю про языковую ситуацию и про историю разных слов с помощью корпусов. Но еще я занимаюсь современной лексикой, интернет-языком и пытаюсь отслеживать изменения, которые происходят в языке. Мы с коллегами несколько лет назад выпустили словарь языка интернета, в котором попытались описать разные новые слова, которые появлялись на протяжении последних 30 лет. Вот как появился русский интернет, так и в нем стали появляться новые слова. Ну и еще я занимаюсь лингвистикой для школьников и в целом популяризацией лингвистики. Я выступаю с научно-популярными лекциями, я организую и составляю задачи для разных олимпиад и конкурсов, для олимпиады по лингвистике, для конкурса по русскому языку и лингвистике «Русский медвежонок» и для некоторых других. Когда я недавно перебирал свою детскую библиотеку, я обнаружил, что, хотя родители мне приносили довольно много детских научно-популярных книг, в основном у меня оставались те, которые что-то рассказывали про языки, и иностранные языки, и русские. В детстве у меня был, например, том энциклопедии «Аванта Плюс. Страны народа цивилизации». Про языкознание, к сожалению, том до меня не дошел, но хотя бы был про страны народы. И вот там были небольшие кусочки про языки, и они мне как раз запомнились больше всего, больше, чем рассказы про то, как разные страны, в общем-то, и устроены. Так что, видимо, это было мне предначертано с детства. Но а когда я уже был в старших классах, я выбирал, чем мне заниматься. И мне нравились языки, и русский язык, и иностранные языки. У меня было неплохо с математикой, и мне нравилось программирование. И вот просто идти в иностранные языки мне не хотелось. Но кем я там буду? Переводчиком или преподавателем? Это мне не очень хотелось. Просто в программисты идти тоже нет. И папа, который как-то более ответственно подходил к моему будущему, чем я, наверное, изучал, куда можно поступить, и в том числе Московский университет, а сам я из Минска и, в общем-то, никуда не хотел переезжать. Он обнаружил, что в Москве есть такая специальность, которая тогда называлась теоретическая и прикладная лингвистика, и что, судя по ее описанию, это ровно то, что мне нужно. Там нужно будет учить иностранные языки, там нужно будет учить программирование, и нужно будет разбираться в том, как устроены и иностранные языки, и русский язык. А устройство языка мне тоже было интересно, потому что я участвовал в олимпиадах по русскому языку. И вот так, послушав папу, я поступил на это направление и ни разу не пожалел, потому что действительно оказалось, что это то, что мне нужно, что действительно подход к языку с точными методами – это то, что мне нравится, то, что у меня получается. Дальше уже, когда я учился в университете, у меня менялись научные интересы, они появлялись, я пробовал заниматься разными вещами. Например, на старших курсах я несколько раз ездил в лингвистические экспедиции, и моя дипломная работа была про грамматику кабардино-черкесского языка. И я дальше думал, что тоже буду заниматься полевыми
исследованиями, кавказскими языками и языковой типологией, то есть сравнением того, как устроены разные языки мира. Но дальше меня потянуло в социолингвистику, и меня пригласили работать в новосозданную лабораторию социолингвистики, и это определило то, чем я занимаюсь все последнее время. Большинство моих исследований именно социолингвистические. Так что кажется, что это было определено с детства, ну а дальше, случайно или нет, я к лингвистике шел и с удовольствием в ней остаюсь. Нужно понимать, что современная лингвистика, как и другие науки, активно использует компьютерные методы. Вот метод, который появился в 2000-е годы, то есть такой самый свежий, это метод лингвистических корпусов. Когда вместо того, чтобы рыться в книжках, в поисках употреблений какого-нибудь интересующего нас слова и тратить на это неделя, то и скорее месяцы и годы, мы в два клика мышкой в корпусе, то есть в собрании, в огромном собрании текстов на русском языке, ну или на любом другом языке, находим все употребления этого слова во всех формах. Или, например, в какой-то одной форме, если нам, например, нужно изучить, там, не знаю, родительный падеж от какого-то слова, то это мы можем сделать очень легко. И вообще вот такой анализ больших данных, когда мы можем проанализировать миллионы и миллиарды словоупотреблений, это активно используется и в науке, и в быту. В быту в смысле в прикладной лингвистике. Например, кроме науки, я еще какое-то время работал в сфере компьютерной лингвистики в одной компьютерной фирме и был там, собственно, компьютерным лингвистом. Например, среди проектов, которыми я занимался, это были проекты, кстати, не для русского, а для арабского интернета, потому что мой первый язык в университете был арабский. Это была программа, которая автоматически анализировала отзывы, что люди пишут про ту или иную компанию. И, соответственно, руководству компании не нужно было тратить время и силы своих сотрудников на то, чтобы они собирали все упоминания компании в интернете. Программа, которую мы делали, это делала автоматически и автоматически оценивала. Это положительный отзыв или это отрицательный отзыв. Если ругают, то за что? Если хвалят, то за что? Вот. Или, например, мы делали фильтры нежелательного контента, ну, например, в арабских странах запрещены азартные игры, и, соответственно, мы делали программу, которая находила употребление вот, сайта, где про это говорится, и, соответственно, не показывала их пользователю. Если говорить про науку, то кроме корпусных методов, конечно, остаются и старые добрые методы опроса, когда мы собираем информацию у людей. Правда, опять же, сейчас это стало делать гораздо проще, потому что нам для какого-нибудь достоверного результата нам нужно опросить, скажем, 300 человек. Если раньше их нужно было где-то ходить искать, то сейчас можно создать лингвистическую анкету в, например, Google документах, распространить ее через соцсети, и вы за неделю получите 300, а то и 500 ответов. Или какие-нибудь опросы в соцсетях, употребляете вы одно слово или другое слово. Вот, соответственно, лингвисты могут получать информацию очень быстро и очень просто. Кроме того, люди много пишут, и когда они пишут в соцсетях, они пишут так, как говорят. То есть это по форме письменная речь, но по формату скорее речь устная, неформальная. И, например, если я хочу изучить, а я занимаюсь интернет-языком, инновациями в русском языке, что там появляется новое, что меняется, если я хочу что-то изучить из этой сферы, то я открываю ВКонтакте и в поиске по ВКонтакте набираю нужное мне слово и тут же получаю самые свежие посты и понимаю, как то или иное слово употребляется. Соответственно, хоть я и становлюсь все старше и старше, я могу следить, например, за молодежной речью, потому что сейчас мне не нужно иметь вокруг себя живую молодежь, мне достаточно молодежи электронной, которая пишет и комментирует ВКонтакте или, например, в Твиттере. Ну, а, и, конечно, еще есть и традиционные методы, например, полевая лингвистика, когда вы приезжаете к носителям какого-нибудь языка и изучаете, разговаривая с носителями, как устроен их язык. Понятно, что это не вопросы, а как устроен ваш язык, а вы делаете специальные предложения, которые носитель переводит на свой язык, дальше вы сравниваете переводы разных носителей, конструируете специально какие-нибудь примеры, которые они должны оценивать, ну, в общем, разными методами погружаетесь в грамматику языка, анализируя употребление на этом языке. И так описываются разные малые языки, вымирающие языки, не только в России, но и в Африке, в Южной Америке и в других регионах. Надо понимать, что лингвистика – это одновременно очень новая наука и очень старая наука.
Почему новая? Потому что современной лингвистике, ну, где-нибудь 150 лет, а очень старая, потому что, конечно, лингвистические работы можно найти и в древности, и древнеиндийская лингвистическая традиция, и древнекитайская, и арабская, и разные другие. Там, например, китайцы занимались лингвистикой еще несколько тысяч лет назад. Зачем это было нужно? Потому что их письменность устроена таким образом, что им сложно делать словари. Соответственно, в Древнем Китае уже развивалась лексикография, то есть наука о том, как составлять словари, как записывать слова, как их толковать и так далее. Ну или в Европе, например, еще в Древнем Риме считалось, что нужно изучать только латынь и древнегреческий, что только эти два языка заслуживают внимания, а все остальные языки – это какие-то варварские языки, и их изучать никому не интересно, потому что, ну, что там варвары могут осмысленного сказать. И вот такое отношение в лингвистике к языкам сохранялось довольно долго. И, по сути, только вот веку к 18-19 лингвисты поменяли свои отношения и в сферу своих интересов стали включать и современные языки. Важной этап в развитии лингвистики был 19 век, когда британцы колонизировали Индию и обнаружили там санскрит, древнеиндийский язык, и выяснили, что он очень похож на латынь и древнегреческий. Это дало толчок к развитию такого направления лингвистики, как сравнительное историческое языкознание, то есть когда стало понятно, что индийские языки родственны европейским, что значит у них был, видимо, какой-то общий предок, который потом распался на разные языки потомки, лингвистам стало интересно узнать, а как этот общий предок выглядел. И так вот появилась область индоевропеистика, наука, которая изучает разные европейские языки. И дальше лингвисты стали обращать внимание на все больше и большее количество языков. Стало понятно, что там, малые языки – это не языки каких-то необразованных народов, которые нам к черту не нужны, пусть себе вымирают. А наоборот, что каждый язык – это какой-то уникальный способ передавать и получать информацию, и, соответственно, чем больше языков мы опишем, тем больше информации о том, как вообще устроено наше мышление, как устроено наше понимание, мы получим. И 20 век – это время, когда развивается лингвистическая типология, то есть наука, которая сравнивает самые разные языки и ищет, что в них общее, а чем они различаются. Ну а потом, когда появились компьютерные методы, конечно, это стало делать гораздо проще. И находить общие и различные между языками, и, например, реконструировать праязыки, то есть компьютер это может делать в разы быстрее, чем человек. Или то же самое про дешифровку древних систем письма. Вот, скажем, в 19 веке были дешифрованы самые разные древние языки, древнеегипетский, хетский, такой старый индоевропейский язык, древнеперсидская клинопись была дешифрована. Понятно, что без компьютера это занимает огромное количество времени, хотя компьютер тоже не панацея от всех бед, до сих пор, несмотря на наши компьютерные технологии, остаются нерасшифрованные древние языки, нерасшифрованные древние тексты. Ну а в 19 веке, конечно, приходилось сидеть по крупицам, пытаясь разобраться в том, как это могло быть устроено. Но самое главное в любой лингвистической задаче – это искать повторяющиеся элементы. Например, тот же Гротефенд, который дешифровал древнеперсидскую клинопись, он знал, он получил клинописные тексты, в которых описывались древнеперсидские цари, имена древнеперсидских царей до нас дошли благодаря древнегреческим хроникам, и, соответственно, ища повторяющиеся элементы, предположив, что каждый клинописный знак будет обозначать какой-то слог, он во всем этом корпусе текстов смог найти те знаки, которые встречаются несколько раз, и при этом встречаются в тех местах, где в греческом аналоге имен этих древнеперсидских царей будут находиться именно эти слоги. И вот так вот шаг за шагом мы как бы складываем пазл, и чем больше слогов мы можем дешифровать, тем быстрее дешифруется все остальное. Сейчас просто во всем этом нам может помочь компьютер, а в 19 и в 20 веке это все приходилось делать каким-нибудь гениальным лингвистам. Ну и вот так примерно складывалась лингвистика. Когда мы пытаемся расшифровать древний язык, конечно, самая большая удача, которая нам может попасться, это так называемая билингва. Билингва – это когда один и тот же текст написан на двух языках, один из которых вот этот вот неизвестный древний язык, а второй какой-нибудь тоже древний, но известный. Например, древнеегипетский язык помогло дешифровать то, что во время египетской кампании Наполеона французские войска нашли такой большущий камень,
Он был найден возле города Розетта, поэтому он был назван «Розетский камень». На нем были три текста. Два из них написаны на древнеегипетском, один иероглифами, второй скорописью, и один написан на древнегреческом. Древнегреческий, понятно, был хорошо известен, соответственно, можно было сравнивать древнегреческий текст с древнеегипетскими текстами, искать повторяющиеся элементы. Ну, например, если у нас в древнегреческом тексте 5 раз встречается слово «голова», значит, мы примерно в тех же местах в древнеегипетском тексте должны найти 5 одинаковых иероглифов. И значит, этот иероглиф и будет значить «голова». Плюс еще проблема была в том, что древнеегипетский язык, древнеегипетская письменность устроена очень сложно. Там один иероглиф может обозначать и слово, и слог, и один звук, или вообще не обозначать ничего звучащего, а быть, например, подсказкой, то есть говорить, там, является ли это слово именем собственным, именем человека или названием города. И в каждом конкретном случае непонятно, что сейчас значит тот или иной иероглиф. И опять же повезло, что в древнеегипетском языке имена фараонов записывали в такой вот овал, который назывался картуш. Это было нужно для защиты от злых духов, но это даже нам не важно. И сравнив древнеегипетский текст, найдя все вот эти овалы, имена фараонов, сравнив его с древнегреческим, где было понятно, о каких фараонах идет речь, стал возможным дешифровать вот так вот посимвольно каждый иероглиф в именах собственных. А дальше, расшифровав имена собственные, потому что мы знаем, что вот этот вот Клеопатра, это Птолемей, мы можем приступать уже к именам нарицательным и так вот продвигаться шаг за шагом, сравнивая этот текст с древнегреческим, понимать, о чем там идет речь. Ну и плюс появляются другие тексты, открываются там какие-нибудь неизвестные ранее гробницы, и это дополнительный материал, в котором можно проверить, работают наши гипотезы на новом материале или нет, и соответственно, их исправить, если там что-то не соответствует. Бывает так, что билингвы нет, но нам что-то известно про народ, который говорил на этом языке. Например, древнеперсидская клинопись, ее расшифровал немецкий лингвист по фамилии Гротефенд. Он, опять же, начинал с имен собственных. Он знал, что есть древнеперсидская надпись, в которой перечисляются цари древнеперсидских династий, а имена этих царей нам были известны благодаря древнегреческим хроникам. Ну и, соответственно, та же самая работа. Мы во всем этом массиве слов, мы не знаем даже, где границы слов, потому что тогда еще не было пробелов, мы не знаем, где кончилось имя собственное, где началось там что-нибудь другое, там, скажем, царь или правитель, или там государь. Вот. Но если мы будем искать повторяющиеся элементы, ну, например, мы знаем, что в именах этих царей должен 3 раза встретиться слог «да». И мы находим 3 слога, которые, 3 клинописных знака, которые выглядят одинаково. Значит, это этот слог. Чем больше слогов мы расшифровали, тем проще расшифровать все остальное. Ну и вот таким образом, шаг за шагом, мы дешифруем древние тексты. Но сейчас это можно отдать на откуп компьютеру. Соответственно, весь тот перебор, который в 19 веке нужно было делать вручную, скрупулезно сравнивая между собой все иероглифы поштучно. Сейчас может компьютер сделать гораздо быстрее. Но даже компьютерные технологии не всесильны, потому что нерасшифрованные тексты есть до сих пор, и, возможно, это дело будущего. Нам, лингвистам, которые занимаются русским языком, очень повезло, потому что у нас есть довольно много древних документов. В первую очередь речь идет даже не столько о летописях или каких-нибудь религиозных текстах, сколько о берестяных грамотах. Берестяные грамоты – это письма, записки, которыми обменивались жители древних российских городов. Ну, в первую очередь Новгород. Во-первых, там было очень много образованных людей. А во-вторых, до нас дошло больше всего грамот из Новгорода, около 1000. Всего грамот найдено примерно 1100-1200. Почти все они новгородские, просто потому что там такая почва, что очень хорошо сохраняются вот старые вещи. Берестяные грамоты, ну, можно сказать, это такой мессенджер средневековья, потому что на этих кусочках бересты люди писали друг другу просьбы. Есть берестяные грамоты с признаниями в любви, есть берестяные грамоты с просьбой о помощи, например, при какой-нибудь военной атаке. Но большинство берестяных грамот – это какие-то деловые документы. Кто-то кому-то что-то продал, кто-то у кого-то что-то взял в долг, и это фиксируется на бумаге. Или там кто-нибудь просит прислать тех или иных товаров.
Это, безусловно, очень интересно с точки зрения содержания, потому что берестяные грамоты дают историкам возможность понять о том, как был устроен быт средневековых российских городов, не только по результатам археологических раскопок, но и просто по описанию современников. Но лингвистам даже не столько интересно содержание, сколько форма, а именно то, как писали. Не форма букв, а в смысле грамматика языка. И каждая новая берестяная грамота дает какие-то новые ключи к пониманию устройства грамматики древнерусского языка, потому что там можно найти грамматические элементы, которые в современном русском не сохранились вот совсем нигде, и если бы не берестяные грамоты, мы бы не знали, что в древнерусском есть те или иные элементы. Наверное, самый известный лингвист, который занимался берестяными грамотами, это был Андрей Анатольевич Залезняк. Он очень много описал про древнерусский язык, основываясь на вот, материалах берестяных грамот. Кроме того, он исправил чтение некоторых грамот и перевод, который делали до него. То есть он мог осознать некоторые вещи, до которых никто другой не мог дойти. И вот я говорил, что каждая новая грамота дает новый материал. Это было хорошо видно и по работе Залезняка, потому что иногда он исправлял какие-то свои наблюдения 20-летней давности, потому что новая найденная берестяная грамота объясняла какое-нибудь неизвестное место в другой старой грамоте, которая до сих пор была неприведенной. Ну и сравнивая берестяные грамоты разных эпох, можно прямо вот на живых документах наблюдать, как менялся русский язык, как в нем менялась грамматика. И здесь еще особенно важны ошибки, потому что если сейчас ошибка – это плохо, ты, значит, неграмотный, то тогда любая ошибка показывала, что изменился устный язык. Если, например, кто-то пишет «корова» через «а» в берестяных грамотах, то это значит, что к этому времени в русском языке появилось «аканье». То есть люди перестали говорить «корова» и стали говорить «корова», иначе бы этой ошибки не появилось. В Древнем Новгороде, например, мы находим ситуации, когда люди вместо твердого знака, древнерусская буква «ер», пишут «о». Это значит, что к этому моменту некоторые звуки, это был такой краткий звук «э», превратились в полнозначные, полногласные звуки «о». Например, мы это видим, что в берестяных грамотах такого-то века это происходит, а какого-то более раннего века это не происходит. И значит, мы можем датировку какого-то фонетического изменения сделать с точностью до десятилетия. Вот, поэтому такие древние документы, в нашем случае берестяные грамоты, позволяют нам очень много узнать о том, как развивался наш язык 1000 лет назад и когда какие-то изменения происходили. А это в целом дает понимание о том, как в принципе может меняться язык, и даже иногда о том, почему язык может меняться. Кроме берестяных грамот, есть, например, надписи на стенах древних церквей. В том же самом Новгороде до сих пор иногда обнаруживают под там, слоем штукатурки какие-то надписи, условно говоря, «здесь был Вася», только написанные не в 21 веке, а в 12 веке. Самые древние, я боюсь ошибиться, но кажется, это текст 11 века. 10-го, кажется, все-таки нет. 10-го есть старославянские тексты, а древнерусские, по-моему, с 11 века находятся. То есть, ну, тысячелетнюю историю можно наблюдать. Я довольно часто выступаю с научно-популярными, популяризаторскими лекциями о русском языке, в частности, и вообще о лингвистике и языках мира в целом. Мне эта деятельность очень нравится, потому что, ну, во-первых, мне нравится интересно рассказывать о том, чем я занимаюсь, то есть показывать широкой общественности, не лингвистам, что такое лингвистика и что интересного можно найти и в русском языке, и в других языках мира. Во-вторых, кажется, что такие вот научно-популярные лекции позволяют бороться с некоторыми заблуждениями. Ну, например, там, если идти сразу в крайности, если мы зайдем в любой книжный магазин сейчас, то, к сожалению, на полках с лингвистической литературой мы вперемешку найдем замечательные научные и научно-популярные книги о русском языке и лингвистике, и там же будут разные, как это называется, лингвофрические, то есть псевдонаучные рассуждения о том, что якобы все языки мира произошли из русского языка. Или, например, что можно взять любую древнюю надпись и объяснить ее значение через современный русский язык. Или что через русский язык объясняются все названия там, городов и рек в Европе, потому что русские древнейшие и так далее. И это довольно опасные заблуждения, но, с одной стороны,
казалось бы, ну, подумаешь, какие-то люди думают, что вот, русский древнейший, ну и хорошо. Но отсюда, в общем-то, недалеко до национализма и в том числе его агрессивных проявлений. Поэтому, как мне кажется, такая борьба с языковыми мифами и рассказ о том, что все языки устроены одинаково сложно, ну, вернее, по-разному сложно, но одинаково непросто, и каждый язык по-своему интересен, мне кажется, это важно для, в том числе, повышения толерантности в обществе. А если говорить о таких менее опасных мифах, ну, всех нас в школе учили, что русский язык великий и могучий, или многие из нас в школе читали рассуждения Ломоносова, который пересказывает якобы Карла V, который говорил, что французские там для того, чтобы общаться с друзьями, немецкий, чтобы общаться с неприятелями, а русский обладает достоинствами всех этих языков. Но вот идея о том, что русский лучше всех прочих языков мира, надо сказать, что эта идея присутствует у разных народов. Армяне скажут, что армянский лучше других языков, абхазы скажут, что абхазский лучше других языков и так далее. Вот мне кажется, что такая просветительская деятельность достаточно важна именно с точки зрения того, что все языки важны и интересны. Ну, а что касается популяризации русского, то большинство людей после школы считают, что русский язык – это такой набор скучных правил, которые нужно вызубрить, и тем более исключений, которые еще больше надо вызубрить, и все, и ты, значит, будешь знать русский язык. То есть школа создает такое впечатление, что знать русский язык – это равно грамотно писать по-русски. Причем грамотно – это именно с точки зрения орфографии, а там, насколько это удобно читать, насколько это красиво звучит, уже особо никого не волнует. И лекции меня и моих коллег, как я надеюсь, показывают, что русский язык – это не скучный набор правил, а что и не просто где ставить запятые и где писать «о», где писать «а». А это очень интересная история, это очень интересная структура, это очень интересная логика, что в языке можно найти очень много, что к языку можно подойти с математической строгостью и описать то, как он устроен, и то, почему он так устроен, и почему он меняется, и что меняется, и что то, что язык меняется, это неплохо, он не деградирует, он не гибнет, а он развивается. Вот такое исправление искаженного восприятия русского языка, данного школой, мне кажется, важная задача для просветительских лекций по лингвистике. Многие часто думают, что лингвисты – это либо люди, которые знают иностранные языки, либо знают, как правильно. Вот, ты же лингвист – это тот, который знает, где ставить запятую и может перевести с любого языка на любой другой язык. Понятно, что лингвистика устроена не так, и вполне себе бывают лингвисты, даже которые плохо знают иностранные языки. Для того, чтобы заниматься лингвистикой, структурной лингвистикой или компьютерной лингвистикой, хорошее знание иностранных языков не нужно. Нам нужно не уметь на нем говорить, а уметь о нем говорить, о языке, о том, как он устроен. И сейчас есть очень много возможностей познакомиться с лингвистикой. Во-первых, есть много научно-популярных лекций, которые освещают самые разные вопросы. Историю языка, языковое разнообразие, компьютерную лингвистику, искусственный интеллект, дешифровку тех же самых древних письменностей и так далее. Во-вторых, есть очень много научно-популярных книг. Есть книги о современном русском языке, например, книги Максима Крангауза. Есть замечательная книга об искусственных языках Александра Пиперски. Искусственные языки тоже такая интересная область. Есть книги про то, откуда берутся заимствования, про то, как развиваются языки или как лингвисты реконструируют древние языки. Вот этих книг довольно много, они очень хорошие, некоторые русские, некоторые переведенные на русский. Есть некоторое количество непереведенных на русский иностранных книг, но если знать английский, то их можно тоже почитать. И кроме того, побывать лингвистам, попробовать на себе, как работает лингвист, особенно как работает полевой лингвист, который встречается с неизвестным языком и должен разобраться в его устройстве, в его грамматике, это можно сделать на лингвистических олимпиадах. Вот есть традиционная олимпиада по лингвистике, которая проводится уже больше 50 лет, и туда те люди, которые туда приходят первый раз, они сначала шокируются, потому что им говорят, вот перед вами 10 предложений на языке нгомбе и их переводы на русский язык.
а теперь переведите с языка Нгомбо еще три предложения, и еще три предложения с русского на этот язык. Люди говорят, как я это могу сделать? Я не знаю этого языка, я вообще первый раз его вижу. Ну а дальше, чуть-чуть посидев с этой задачей, люди начинают находить какие-то элементы. Ага, вот это встречается несколько раз. Значит, вот это вот русское слово. А вот тут грамматика, видимо, устроена таким образом, что для этого языка важна форма объектов. А в русском это не важно. И вот так вот, посидев чуть-чуть, люди понимают, что они уже достаточно разобрались в устройстве этого языка, чтобы выполнить задание. И вот лингвистические олимпиады – это такой хороший тест на то, насколько вам интересно быть лингвистом. Если вам интересно решать лингвистические задачи, значит, и лингвистика как наука, скорее всего, понравится. Хотя, конечно, надо понимать, что это все-таки упрощение реальной науки. Ну, а кроме олимпиад по лингвистике, есть олимпиады по русскому языку, есть не очень хорошие, которые, скорее, больше похожи на проверку грамотности. А есть те, в которых нужно задуматься именно об устройстве русского языка. И вот такие олимпиады действительно показывают, насколько интересным может быть изучение устройства языка. Ну вот, так что видеолекции, книги и олимпиады, не обязательно на олимпиадах, а можно и просто найти лингвистические задачи в интернете и решать их для собственного удовольствия. Вот это три таких основы, которые позволят познакомиться с лингвистикой и понять, насколько это интересно.